Друзья, всем привет, всем здравствуйте. В общем, сегодня опять мистические контейнеры. Финальный, завершающий раз, на этот раз 100%. 15105 золота у меня есть, и мы, конечно же, идем покупать все наборы, которые доступны сейчас. Особо в магазине новой техники не завезли, или, по крайней мере, я уже рассказал обо всем, поэтому, наверное, можно разбавить контейнерами. Но помните, что я никому не рекомендую покупать контейнеры в этой игре. Помните, это самое главное. Итак, мы сейчас купим, наверное, все наборы, которые существуют, ну, по крайней мере, у меня в магазине. Я не знаю, может быть, у вас такого количества контов уже нету. И потом сразу же будем открывать. Вот я нажимаю быстро, как ошалелый, кнопку Escape, чтобы, не дай бог, не открылось ни одного. Так, очень надеюсь, что на все хватит, слушай. Очень надеюсь. Так. Так, полторы ты... ну на один не хватит? Ну, извините, на один набор за 500 не хватит. Все. Итак, сколько контейнеров у нас есть на данный момент? 45 контейнеров откроем. Я думаю, что в итоге будет контейнеров 50, а то и больше. Самое главное, боже, Леста, дайте мне, пожалуйста, возможность вытащить золото 100 тысяч минимум. Ни разу за 2 года, я примерно 2 года открываю эти контейнеры, пока что не выпадало. Ну что, вперед? Вы пока пишите в комментариях, смогли ли вы удержаться от очередного открытия контов. А мы погнали. Несерьезно. Несерьезно. Хотя бы 2 нуля в золотишке должно быть. Еще. Так. Леста, несерьезно. Друзья, несерьезно. 1000 золота отбилось. Так. Мистик, опа-на, уже мистик, хорошо, но потом мы откроем это все. Так, это гарантированно. Я продал 2 танка 10 уровня. Просто интересно, хотя бы в ноль я выйду или нет? За 45-то сундуков. Да, 2 награды даже не показывайте мне. Так, второй мистик 2 уровня. А кому-то, ребят, скажите, напишите вот прямо сейчас. Я даже не буду открывать дальше, я подожду там пару секунд. Напишите, пожалуйста, у кого-то выпадало золото с мистиков 1 уровня, или у каждого выпадает только со 2 и 3? Погнали. Слушайте, хватит со своим премом. Ну хватит, у меня уже больше, чем 500 дней према. Уже не смешно. 200. 10 тысяч у меня было один раз в золоте. Все. Я не шучу. Даже полтишка не выпало. Мистик один всего лишь. И сертификат. Ладно, 2. Вот пусть из этих 2 мистиков выпадет 2 коллекционки 10 уровня. Я хотя бы окупился. Я сделал контент. Я не ушел в минус. Все счастливы. 100. Тысяч! 100 тысяч! Мне падает свободка, и мне падают дни према. Вот что мне падает. Все. 2 награды, даже не суйте мне в эти контейнеры. Не надо! 100 тысяч золота, а не серебра. Я не уточнил.
Я уже чувствую, ребят, зря я сюда залез. Ой, зря. Зря, зря, зря. Гарантированный мистик. Пять тысяч. Вот это приятно. Одна коллекционка окупилась. Хотя бы. Пять тысяч, это пойдет. Так. Вот со скидоном открываем. Сейчас, подожди, я посмотрю, сколько нам выпало. В золоте, просто посчитать. 7800. Ну, короче говоря, пока... Мы с вами отбили один проданный танк. Я считаю, что это уже неплохо. Ну, просто бывает еще хуже. Так, теперь мы откроем тот самый мистик за 500. А где он? А где мистик за 500, на который нам не хватило с самого начала? Подожди. Только что же предлагали мне. 50% скидки. 500 золота, 2 мистика. Все? В смысле? В смысле? Так, ну, ребят, на самом-то деле это кабы не смешно. А где? Вот он. Еще два. Ну, вдруг... Вот, уже три мистика сертификата. И, как обычно, шляпа. А вот эти, ребят, даже не смотрите, без кедонов точно не стоит покупать. Это-то сомнительная трата золота, а про предложение без скидок даже на него не смотрите. Так, что мы имеем, ребят, в хранилище с вами? Мы с вами имеем три мистических сертификата, мы с вами имеем... Мистические контейнеры, 6 штук второго уровня. Ну, давай, давай, мистик третьего. Это гарантированный. Ну, давай, ну, что-то жирненькое. Ну, ну. Финальное, у тебя есть последний шанс. Так, мистик третьего уровня, давай. Две награды. Боже, две награды из мистика третьего уровня. Так, ну, момент истины. В общем, обмениваем ключ на золото, восстанавливаем один танк, который я продал. Пусть это будет какой-нибудь 777. В общем, что хочется сказать. Я просто потратил 7500 золота для того, чтобы пополнить запас дней према, чтобы пополнить запас своего серебра и свободного опыта за 7500 золота. А сказать, что мне очень нужен был прем, нет. Ребята, мне и так его было больше, чем 500 дней. То есть это полтора года. Я понимаю, что есть у некоторых и
на 10 лет вперед, но тем не менее. Я собрал, ребята, целых 350 тысяч свободного опыта. К Новому году-то это вроде бы неплохо, но я немного не за тем шел. Мне выпали все восьмерки из мистиков и пятерка, за которые мне дали 3,5 миллиона, 3,450, если быть точнее. Из мистика третьего уровня мне выпала просто полная хрень. Две награды, которые, опять-таки, мне не особо нужны. Все! Я вам говорю, это было финальное открытие контейнеров мистических. Все, я больше не, это, я не буду это терпеть. Это просто... Это издевательство. Это, откровенно говоря, издевательство. У меня на этом все. Всем огромное спасибо. Не делайте моих ошибок. Всем пока-пока.